Я тебя просто сниму, чтобы Узбекистан посмотрел. Все, достаточно. Давай. Давай. Матвей, рассказывай, как Бразилия. На самом деле отлично слетали, получили отличный опыт. Вот, и надеемся, в будущем еще будут такие возможности играть за свою страну. И как бы показали неплохой результат, но можем еще лучше, поэтому все впереди. А как бразильцы вообще играют? Потому что, по сути, вы играли с ровесниками. Ну, как, да, там, как уровень их? Там ребята чуть постарше были, но хороший уровень, на самом деле, на мяче очень хороши. И в атаке играют хорошо. Чуть немножко забывают про оборону, но поэтому мы где-то подловили их, поэтому мы очень хорошо. Съездили в музей Сантоса, побывали, где переодевался Пеле, в их раздевалке, побывали на их стадионе. Вот, очень интересная экскурсия была. Также были на пляже океана, тоже было интересно. Но не пустили покупаться, потому что была плохая погода. Жалко, конечно. Про Рошу, про Мойзеса кто-то спрашивал там? Типа? Да. Тут, как наша легенда. Мойзес смотрел на всю матч. Да? Сказал реально? Да, говорил, переживал за них. Матвей, чем тебе запомнилось? Чем тебя удивила Бразилия? Много чем удивило. В футбольном плане. Они все очень технично играют, все на себя. Они в футбольном плане то, что возле отеля были капибары. Реально? Просто гуляли? Просто гуляли капибары возле прудика и все. Ну давайте, парни, вы сейчас куда дальше? Сейчас в Казань. Петь, ну я не могу тысячный раз за неделю не сказать тебе поздравить с голом за сборную. Спасибо, спасибо большое. Так, давай, кто тебя поздравил неожиданно или просто откуда-то самое яркое твое? Тренерский наш штаб написал. Какое хорошо. Виктор Михайлович Гончаренко написал. Футболку сохранил с того матча? Футболку сохранил. Вань, ты тоже гол за сборную забил. Спасибо. Давай, как получилось так вообще? Так, пострелили, немножко подставил клюшечку и все, переправил туда ее. Так, это, Федя сказал, что это его мечта была. А у тебя, ты мечтал? Ну, конечно, всегда. Да. Всегда хочется играть за сборную, и тем более забить гол, это любого, наверное, игрока мечта. Уже на место, ёпта. Ну, поздравляем тебя. Спасибо. Влад, ты выкладываешь ровно мячи, в этом есть какая-то закономерность или так просят? Почему так? Ты всегда в ряд выкладываешь их. Ну, могу в круг в следующий раз кружком выложить. Ну давай, если что-то в игре пойдет не так, то следующую игру ты выкладываешь кружком. Договорились, да, да. Это вообще среда такая очень суеверная, правильно, да. Да. То есть ты как игрок, как игроки, все суеверно? Да, конечно. Да у меня домали. Так, команда приехала на Казань-арену, и самые первые болельщики. Парни, полтора часа до игры еще. Вы чего ну, так конечно, рано? Мы приехали сюда с Чебоксар. Так. Поболеть за наш любимый клуб уже сколько. Ждем, мы так близко игроков никогда в жизни. Ну тут могли бы по Казани где-то погулять, просто полтора часа еще. Нет, нет. Нет. Только команде, да? Да. Все, парни, правильный, правильный ответ. Хороший. Летом, мы летом приехали, по-моему, за три часа на стадион. Да, на Суперкубок.
Спасибо. Самолете, Шереметьево, добрались, приехали, посмотрели город, все, теперь это отдыхаем, завтра назад поедем. Последний раз в Оренбурге вот были, с вами виделись как раз. 330 Бугульма отсюда, Оренбург 400 от нас. Ну, ближайшие матчи 400-500 километров, всегда ездим, посещаем. Я привил болезнь с детства, с ЦСКА. И супруга не сопротивляется? Нет. И даже дети не сопротивляются, дети ездят, просто в этот раз не получилось. Все, то есть мы можем сказать, что Пенза тоже красно-синяя? Да, вполне, вполне. Однозначно. Я захотела как бы флаг сделать свой собственный. Я сделал макет, его немного доработали. И вот распечатали на очень вот. Торопились, чтобы успеть в сегодняшней это игре. Первый выезд этого флага? Первый выезд, да, первый выезд. Красно-синий самый сильный! Эй! Эй! В сердце клуб всегда один, ЦСКА непобедим! ЦСКА всегда будет первым! Давай, ровненько, встали! У нас сегодня 8 человек из клуба болельщиков ЦСКА с инвалидностью поддерживают команду. Привет. 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 У тебя, я слышал, второй выезд. Да. Так, рассказывай, как добирались до Казани. На поезде. Из Москвы вы поехали, да? И как? Как игра тебе, расскажи. Пока я не помню, надо забивать.
Мадина, ты за ЦСКА болеешь? Да. Откуда приехала? С Казани. С Казани? Ты одна пришла или... Нет, с папой. С папой пришли, да, болеть? И ты прям вот в Казани живешь и за ЦСКА болеешь? Конечно. А почему так, как получилось? Потому что они чемпионы. Чемпионы, так. А как, какой игрок тебе нравится? Все нравятся. Все нравятся? Ну, есть один какой-нибудь любимый? Нет, да, все нравятся. А может быть, ты не знаешь игроков или знаешь? Немножечко совсем. Ну, давай, кого знаешь хотя бы? Ну, Вагнер Лава знаешь же? Да, наверное. Хорошо, так, ну, Ерошика же знаешь, который играет? Конечно. Ну, видишь, ты всех знаешь. Да. Когда-то я подойду тебе после хорошего матча и скажу, что ты лучший игрок матча. И ты снова игрок матча после нашей ничьи. Так что готовь полку для статуэток. Спасибо большое, Зайчик. Поздравляю. А, Боже, мы тебя сфотографируем.